человек-компьютер Георгий Шхеидзе. Георгий, добрый день. Наш герой способен производить в уме сложнейшие математические вычисления. Давайте проверим это прямо сейчас. Эмоции могут помешать? Нет, ничего не помешает. Вам аплодисменты. Итак, испытание для Георгия Шхеидзе. Георгий, прошу вас, располагайтесь в кресле. Испытание будет состоять из трех блоков. Примеры мы будем видеть на экране. Чтобы возвести число в пятую степень, нужно умножить его само на себя 5 раз. 2 на 2 – 4, 4 на 2 – 8, 8 на 2 – 16, 16 на 2 – 32, 32 на 2 – 64. Это максимум, на что способен я, это 2 в пятой степени. Еще сложнее извлечь корень пятой степени из числа. То есть это обратное действие. Что и будет делать наш герой? Ему предстоит решить 3 примера. На каждый такой пример у Георгия будет всего 40 секунд. Начнем! Итак, корень пятой степени вот из этого числа. «34». Итак, ответ 34. Это правильный ответ. Следующий пример. Корень пятой степени из 550 миллионов 700... 31 776. 56. 56. Правильный ли это ответ? Да, это правильный ответ. Третий пример. «78». Это правильный ответ. Это уже фантастика, однако задание усложняется. Участнику нужно извлечь корень третьей степени из чисел, которые сейчас появятся на экране. Каждый из нас для этого воспользовался бы калькулятором. У Георгия будет только его разум, и 1,5 минуты. Начали. «154». 154? Вы уверены? 154. Это первая ошибка Георгия. Но впереди еще третий блок испытаний. Нашему участнику предстоит умножать друг на друга 11-значные числа. Чтобы произвести эти сложные вычисления, опытному математику может потребоваться много времени, от 40 минут до нескольких часов. Проводятся такие соревнования на международном уровне, а Георгий принадлежит этому международному уровню. Мы сразу выведем на экран результат умножения, но закроем одну из цифр. Георгию предстоит назвать эту цифру, быстро производя вычисления. На этот пример есть только 2 минуты. Начали. Thank you.
6. Впереди еще минута, вы уверены? О, еще минута, да. А я 6 сказал, неправильно я сказал. Вы меня спрашиваете? Тогда 3. Спасибо за доверие. Не за что. Так что ж, у вас есть ответ? Да. Еще 30 секунд можно... Еще подумаю, тогда... Да. Конечно. 34, 44, 50, 58, 68, 88. Да, 3. 3. Ваш да. окончательный ответ. Да. Уверены? Да. Еще 10 секунд. 3. Я очень сожалею, ответ был неверный. Блин, 6. Я очень сожалею. Я очень сожалею. Но вам аплодисменты, Георгий. Георгий Чхаидзе. Удивительные люди. Георгий, выходите к нам сюда, прошу вас. Спасибо. Вам аплодисменты. Браво. Спасибо.